Так, добрый всем день. Сегодня с вами опять я, Михаил. С вами снова рубрика «Готовим и удивляем». Сегодня будем готовить плов, так сказать, из диетического мяса. Не баранины, не курица, да, а плов будет из индейки. Вот, как видите, у меня уже начищена морковка, лук. Все приготовил, дабы, чтобы время нас не терять на съемке. Я думаю, сейчас я достану казанчик наш. Забрал, иди сюда. Вот. Такая вот пятница. Для готовки. Вот. Ну, соответственно, мясо тоже все нарезано. Показываю, да. Показываю, да, вот лучше всего мясо резать вот такими вот брусочками. Естся удобно, да, и вот, ну, не знаю, мне нравится, да, вот именно вот, так, вот такими вот брусочками. Вот. Да, чтобы мухи ничего у нас не летели здесь туда. Сейчас зима, мух нет, все спят. Вот, берем досочку, да. Значит, пока у нас сейчас будет наш казанчик разогреваться. Вот, мы с вами порежем лук и морковку. Берем растительное масло. Вот, и наливаем в наш казанчик. Вот, маслице. И ждем, пока она разогреется. Количество масла все зависит от количества приготовления плова. То есть чем больше вы хотите приготовить плова, соответственно, тем больше, беру, чтобы вам было видно, тем больше количество масла используется. Вот. Ну, берем, значит, морковку для начала, да, и покажу, как резать ее на брусочки. Значит, отмеряем, ну, в принципе, на глазочек. Вот, ну, такие вот брусочки делаем, да, вот. Вот, все ставим рядышком. Вот, и потом режем их на пластиночки. Пластиночки вот 5 миллиметров толщиной, не больше. Вот я вам показываю, да. Вот. Нижний убираем, чтобы у вас могли стоять. И потом вот так вот. То есть шинкуем, да. И мы, естественно, получаем вот великолепные брусочки, которые нам сделают погоду в нашем плове. Вот. И никогда не жалейте морковки, потому что весь вкус и вообще приобретение цвета не только происходит от добавления специй, да, но и моркови. Мне, конечно, да, стали как на кишиву, может быть, это легко, да, по его приготовлению блюд, да. Ну, поверьте мне, что мой плов ничем не хуже. И тем, кому я давал свой рецепт, всем он нравится. Самое главное, это в его простоте.
там сжечь. Все это делаю. Уже не профессиональный повар. Ну, думаю. Тоже не очень все медленно получается. Опять же, не забываем, что мы готовим дома. Для своих любимых, любимым женщинам. Если мы хотим их, опять же, удивить. Опять берем новую упаковку, режем опять же ее. Такие же брусочки. Вот. Ну и, соответственно, может быть, любимые наши женщины захотят удивить нас, мужчин, да? Мало ли же, какая-нибудь женщина. Ну, не получается у нее плов. Вот есть у меня на работе одна. Вот сколько я ей не давал рецептов. Ну, говорит, Миша, не выходит у меня, говорит, так. Как говорит, у тебя рассыпчато. Первое, значит, к чему я шел по приготовлению плова. Сразу всем скажу. Это правильная подборка риса. Потому что при плове, да, очень важно содержимое, то есть начинка всех продуктов, да, то есть от морковки, лука и кончая самым основным, конечно, ингредиентом, это рис. Чем лучше рис возьмете, тем лучше плов у вас получится. Я не покупаю супер дорогой там какой-то рис. Вот. Но для себя выбрал, что мне для моего плова. Это не реклама, ничего, это просто такой как бы совет по продуктам. Ни в коем случае не подумайте, что я рекламирую эту фирму. Ну, просто мне нравится. Их рис не разваривается. Вот. И ведет себя адекватно очень при работе с ним. Знаю, что от него ожидать. Сколько раз я убрал, он не привносит ничего, никаких новых ощущений. Ну вот, это компания Мистраль. Вот, если память не изменяет, то рис называется Янтарь. Пропаренный длиннозерный рис обычный. Вот. Самое главное перед всей процедурой приготовления плова, да, то есть как можем мы проверить масло, готово оно к использованию или не готово. Берем морковочку просто и опускаем в маслице. Если оно зашипело, я показываю, что вам не буду так, но увидите, вот оно шипит, значит наше масло как бы готово. И оно готово для того, чтобы в него забросить мясо наше. Вот. Вот наше мясо. Прекрасно, да, то есть он, сейчас сок немножко сольем лишний, который там нападал. Вот, мы берем наше мясо и закладываем наш казанчик. Зашел, извините. Так вот, рис перед приготовлением плова обязательно нужно промыть. Я промыл его, вот он. Рис. Он немножко слипшийся пока еще, да? Так, не проблема. Можно накрыть тарелочку. Наш рис. Вот он. Здесь. Пересыпается. Обязательно высушивать его прям до конца. Ну не знаю. Может лучше, может нет. Но промыть и смыть с него лишний крахмал, это нужно обязательно. Помешаем наше мясо. Дадим ему обязательно немножечко пожариться, да? Возьмем нашу морковку. И пока вот я положу весь
крышечку это бромяц накрывал, чтобы она не мешалась. Как видите, у меня лежит еще одна морковка, да? Сейчас я лучше порежу, и потом посмотрю, сколько я добавлю. Ну, сразу говорю, я не люблю слишком мелко его резать. Режу пополам и пополам. И такими вот полукольцами. То есть я его рублю, да. Опять же, вот видите, лук достался не очень хороший. Немножечко подмерз, подморозился. Продавцов не хороших. Быстренько нашинкуем это дело. Чтобы у нас доской стало выпуклое снизу. Наверное, все-таки разбух немножко воды. Берем следующую и дальше продолжаем все это дело измельчать. Хороший эффект. Приятно с ним поработать. Берем следующую. Ну, следующий граф вообще прям чувствуется. Вот нехорошая, возьмем другую. Дальше с вами продолжим нарезать. Опять же, чтобы нам не ждать некоторые моменты, да, мы немножко упростим приготовление. Это как закипание воды в плове. Вот лук рыхлый прям. Вот. Мы не будем ждать, наливать холодную воду и ждать, пока она у нас там закипит. Мы пытаемся максимально сэкономить наше время и при этом сделать хорошее вкусное блюдо. От того, чтобы воду вскипятить в чайнике и добавите уже в наш блюдо кипятка, а не холодной воды, не доведете до кипения, ничего нам, поверьте мне, не испортит. Сколько готовлю, как была вкусняшка, так она и получается вкусняшка. Вот наше мясо, оно подходит, его видно. Давайте я вам так покажу, что происходит, да, вот, да, вот видно. Вот как сейчас вода немножко до конца, весь сок вот этот водянистый уйдет с мяса, так мы начнем забрасывать наши остальные ингредиенты. Вот. Так вот я поставлю. Я надеюсь, не промахнулся, и вам все дальше продолжает видно все это. Вот, мы с вами, значит, нарезали морковку, лук. Вот, я, наверное, пока еще лучок сдвину в стороночку, да. И дальше продолжу еще, я думаю, что парочку брусочков морковки нам не помешает. Остальную морковочку я оставлю, потом сделаем весенний салат для тех, кто любит. А все овощи вообще полезны. Есть их можно всегда, мне кажется. Тем более нам, не худышечкам, да, это наоборот даже полезно иногда отказаться от жирной пищи. Как плов, это жирная пища, и какого бы она мяса ни было, не был бы приготовлен бы, все равно это достаточно жирная пища. Вот.
поэтому добавить к плову овощей, я думаю, это вообще будет просто прекрасно. Или помидорчиков там. Обязательно, да. Перец болгарский. Всяком таком роде. Вот мы нарезали еще брусочки. Посмотрите, какие хорошенькие. Вот. Плов обязательно должен быть и с брусочками. Ни в коем случае женщины и мужчины наши, не надо тереть морковку на терке. Испортите все. Лучше пускай идет чуть больше времени. Ой, чуть больше времени. Вот выбросим. Ну, зато будет и потом блюдо вас отблагодарит вкусностями. Ну вот, наше мясо уже готово. Как говорится, к той подаче, чтобы в него забросить остальные ингредиенты. Уберем лучок и начинаем с лука. Забрасываем весь лук. Возьмем наш лучок и помешаем все это дело с мясом. И дадим, чтобы лучок наш прихвостился при как-то. В общем, сошелся с мясом в одну единую консистенцию, стал немножко прозрачненьким таким и начал прихватываться, то есть там жариться. После этого мы будем добавлять морковку. В этот момент, пока у нас готовится наш лучок, мы возьмем чесночок, головочку, показывать, у нас есть на работе женщина хорошая. Ниночка, большое ей спасибо. Вот. Она подкармливает меня домашним хорошим чесноком. Шикарный чеснок. Вот. Этот что-то у нас какой-то уже порченый. Какой-то пустой попался. Вот. Чеснок просто великолепный. Хорошенький по-своему такой. Мы просто снимем с него грязь, обломаем палочку. Вот это вот все, вот шелухо. Грязь, вот это мы все снимем. И разрывать мы его с вами не будем, ни в коем случае. Этот чесночок у нас пойдет прям целиком. Единственное, что я делаю, да, всегда, в последнее время, чтобы чесночок лучше отдал свой вкус. Не знаю, надо, не надо, я его немножко надрезаю каждую. Что-то ножичек у нас с собой. Зубчик. Вот. Добавил, немножко там внутри раскрылся. И отдал свои ощущения. Все, вот наш чесночок готов для дальнейшего использования. Мы не будем свинюшечками. Возьмем это дело быстренько отсюда. Уберем, чтобы оно нам здесь не мешало, не мозолило глаза. Вот так вот, сразу тут раз и в помоечку. Все дело. Ну вот наш лучок начал, так сказать, работать с мясом. Вот. Стал прозрачненький такой. Значит, говорит о том, что можно добавить уже морковку. Опять же, не жалейте. Морковки должно быть много.
Вот я вижу, да, вот. Все, покажу все это, конечно. Что, наверное, все-таки я морковку дорежу все это. Не будет это хуже, уж точно. Пропорции морковки. Есть у Сталика Ханкиши его, да, там. Там и там какие-то чумовые пропорции. По-моему, на килограмм риса что-то идет до 3 килограмм моркови, по-моему. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но морковки действительно выходит очень много. Такие вот наши брусочечки еще. Все это делаем сейчас. Единственная маленькая несправедливость. У нас есть друзья с моим другом, узбекистанин, который работает здесь у нас, сами понимаете. Вот, и привозили нам оттуда очень вкусную и хорошую приправу для их узбекского плова. Так вот, она у меня закончилась. Пришлось опять вернуться к магазинной. Но есть одна фирма, которая не портит. Вот. Фирму рекламировать не буду. Но поверьте мне, действительно не портит. Вот, сейчас я вам покажу, что у нас получается. Ну вот так вот это дело пока все это выглядит. Вот. И, наверное, пока она тушится, да, вам это не интересно. Ну, я маленькую историю, может, расскажу пока. Как я учился вообще очень много времени готовить плов. И всегда у меня была одна и та же ошибка, как оказалось. Вот я включу пока чайник, думаю, здесь будет очень громко шипеть. И вот расскажу вам эту историю. Как я говорил в прошлых видео, готовить я начинал с самого детства, да, и люблю это дело. Вот. Ну и как-то я решил даже начать делать плов. Видел, как мама делает, спросил рецепт. Ну и решил удивить свою девушку, опять же, с которой уже жил. Наблюдать, как приготовлю ей плов. Вот. Ну и взял, пришел домой, все, купил рис. На тот момент я еще не очень хорошо разбирался в продуктах тогда. По малости лет. Не так часто ходил в магазин. Ну, зашел просто в магазин, купил какой-то рис там итальянский. Вот. Не задумываясь даже. Подойдет, не подойдет. Увидел, пропаренный, длиннозерный. Мне понравился, я его купил. Ну и все, пришел дальше, нашинковал, все нарезал. Конечно, потратилось гораздо больше времени, чем сейчас, тогда навыков было меньше. Вот. Ну и начинаю делать плов. Все приготавливаю, все, вода ушла, все выкипело, все отлично. Плов вроде рассыпной. Начинаю есть, а внутри все сырое. Как бы сверху рис варился, а внутри сырой. Что ж такое-то? Никак не могу понять. Все по рецепту, все отлично. Ну, в следующий раз думаю, ладно, дело, наверное, в рисе. Пошел, купил другой рис. Все то же самое, начинаю готовить. И опять все, один в один. То есть, все хорошо рассыпчато, но рис внутри с сыринкой. Вот не доходит какая-то часть, и все. Год, не поверите, год я мучился. Время от времени приготовляю плов, вот, с этой бедой. И никак не мог понять, в чем же проблема на самом деле. Пока как-то один раз просто не поговорил с мамой по телефону и не спросил, мама, да что ж такое-то? Такой, сколько раз готовлю плов уже, все, и никак не понимаю, это сыренькой. Я задал элементарный вопрос, просто простейший оказался. И вопрос, и решение на него. А ты, говорит, рис, когда, говорит, добавляешь, водой заливаешь, какой? Я говорю, да холодный, а что, все закипит там, а
Оказалось, в этом и есть проблема. Ни в коем случае нельзя рис, когда вы все добавляете, да, заливать холодной водой. Только горячий, да, и желательно на самом деле не рис заливать водой, а мы берем горячую воду, так как сейчас я, слышите, да, кипячу чайник, дабы сэкономить просто время на этом, чтобы не ждать, пока она закипит в нашем казане. Вот. Берем, помешаем пока еще сразу. Вот, то есть мы добавим горячей воды, добавим все специи по вкусу, какие нам понравятся. И уже в самом конце, во все вот это благоухание и во все вот эти вот ароматы, так сказать, нашего плова, мы только в самом конце добавим рис. И вот тогда вся моя ошибка превратилась просто в безумство вкуса. Потому что плов действительно получился тогда безумно вкусный. Не было этой сыринки. Вот. И тогда вот я понял, что действительно я научился готовить плов. Плов, ну, по-своему. Каждый готовит по-своему, каждый хвалит свою избу и свои продукты. Ну, у меня жена повар 6-го разряда. Вот. И друзья у меня есть тоже повара, которые пробовали мой плов и оценивают его из 5 на 5 по своим критериям, что хорошо, вкусно. Но опять же, когда есть правильные приправы, это еще гораздо вкуснее. Поверьте мне, пробовал и с покупными, да, и когда попробовал с настоящими привозными приправами оттуда. Я не знаю, в Москве, конечно, можно это купить, но я не располагаю данной информации, да, то есть один раз, когда я попробовал купить на рынке, сказал, соберите мне смесь для плова, вот, то есть мне собрали такое, извините, звали Г, что плов пришлось чуть ли не выкинуть, потому что получилось действительно невкусно, перебор всего. Старик на кише, видите, он покупает все по отдельности, добавляет сам все. Ты очень уважаю этого человека, почему часто повторяю его, берусь от него многие полезные вещи при готовке мяса того же самого, всяких кебабов, там люля, очень доходчиво, хорошо объясняет, наверное, не то, что я. Вот. Ну, я не могу вам писать по этим граммам, да, все это только на глаз. Единственное, что могу сказать, при использовании риса, вот, я уже привык, у меня есть набор такой чайный, кофейный, вот, такие вот чашечки, да, у меня есть и большие, да, но две большие, как бы чайные, они очень много получаются. Есть средние, да, там, ну, там получается, как бы, чуть мало. А вот эти вот, они у меня в самый раз, вот 5 стаканчиков таких вот, да, вот, риса. Вот, как раз хватает нам на нашу семью, и еще останется там позавтракать, да, там, папе, там, вот, дочке. В общем, кто захочет позавтракать, так сказать, этими чашечками. И пропорции как раз получается и же, я и меряю все. То есть один к двум. Вот 5 стаканов риса, да, соответственно, 10 стаканов такой же воды. Вот не делал я на глаз, как стали, да, кинкиши, ну, зато это проверено и работает на 100%. То есть вот, используя эту чашечку, как измеритель для зинда, для приготовления блюд из риса. Вот. Вот наша морковочка уже подходит. Сен, с которым должна быть. Давайте я его еще раз покажу. Видите, да? То есть она такая стала мягенькая, чуть цвет изменила. При этом она красит маслица наша, которая, да, жирочек, вот это все. Дело, которое даст потом нашему плову прекрасный желтый цвет. Так вот. Единственное, что вот снимаю на
фотоаппарат, видео, да, цифровой, может быть, и качество будет чуть нехорошее, и времени там не очень много, наверное, осталось, поэтому очень уж не хочется, да. Давайте я посмотрю, сколько осталось съемки, еще там, я пока вам показываю, что происходит, да, и заодно я посмотрю время. Нет. Осталось 6 минут. Поэтому давайте, наверное, я пока не хотел. Да, вот. Делать. Скажу вам, что происходит. Да, вот так. Интересно. То есть у нас вот шкварчится. Все это на быстром огне. Это дело. Пользуюсь я этой деревянной ложечкой, очень нравится мне, длинная, хватит, это такая специальная для плова. Ну вот, когда, значит, сейчас я еще минуточку-две мы с вами все это подождем. Начнем добавлять воду, специи. И потом как бы я съемочку прекращу, да. Вот. Дабы время хватило до конечного итога, чтобы вы поняли, что получилось. Вот, аппетитно, прям уже слюнки текут. И хочется все это съесть. Опять же говорю, что добавляем приправы, да, все по своему личному вкусу, тому, что нравится, да, там. Ну, я беру перец, смесь перца, да, ну, у меня здесь особо набучен перец, я мельничка предпочитаю свежемолотый перец, ни в коем случае не муку вот эту, которую продают, соль, ну и непосредственно наши приправы для плова. Вот такие вот прибаночки. Потому что все основные ингредиенты — это есть мясо, морковка, лук, наш чесночочек там стоит такой одинокий. Это есть основные наши ингредиенты. Ну что, давайте, в общем, морковочка наша подошла. Вот, я тут все поставлю опять на свое место, да, и мы начнем добавлять, так сказать, наши дальнейшие ингредиенты все. Я замешаю еще раз. Вот, красота. Красотища. Все это начинает благоухать. Вот. И начинаем добавлять водичку. Как я сказал, берем чайник горячий. И вот на 5 стаканов 10 стаканчиков. Как раз 10 хватило. Давайте я вам покажу, что получается. Вот. Видите, да, вот это вот цвет, смотрите, такой желтенький. Вот это вот она и будет красить ваш плов. Далее, соответственно, я добавляю соль, перец по вкусу. Да, вот, ну, как мне нравится. Вы добавите, соответственно, по своему вкусу. Я вам здесь не указ.
Да, и воду не боитесь. Вода должна быть посоленее немножко, такая, чем обычно. То есть не просто вот как вам нравится, как вы едите, да? А вот она чуть-чуть соленее должна быть. Почему? Потому что рис такой продукт, который, так же как и картошка, он забирает соль в себя. Поэтому не забываем, что надо добавить чуть-чуть побольше соли, чтобы у вас было как бы чуть-чуть вот лишнего соленого вкуса, да, вот, чем вы едите. Сейчас я помешаю все это дело и попробую на вкус по поводу соли как раз. Мне кажется, что прям вот в самый раз, да, вот. И поэтому я как раз добавлю еще одну ложечку, чтобы вот это вот в самый раз было вот это вот чуть-чуть больше, да, вот, нежели. И немножечко еще приправки я чуть-чуть. Добавлю. Все. Все наши ингредиенты добавлены, все у нас тут кипит, бурлит, вот, и в этот момент мы начинаем добавлять рис, наш с вами рис, который оказывается, вот он сейчас пойдет, вот так вот мы его сейчас раз, погружаем все это дело, так и начинаем его развозюкивать по нашей утятнице, казанчику, да, вот, ну, у кого что есть, вот, все, вот мы его разбросали, сразу с максимально уменьшаю до среднего огонь, потому что рис не должен прям сильно там выкипать, он должен томиться, да, вот. Ну, в принципе, я беру чеснок, опять же, мы экономим время, да, и добавляю его сюда сразу, прям просто в серединку. Какая-то у нас вкуснятина получается, вот. Он, конечно, будет сейчас плавать пока сверху. Потом немножко водичка уйдет чуть-чуть. Прошу прощения, кончилась батарейка. Вот. В общем, мы берем дело и накрываем наш плов крышкой до готовности. Вот. Все. Мы накрыли все это дело, и теперь нам остается только ждать, пока он приготовится. Вот. Я думаю, давайте мы сейчас так раз и повернемся, так хопа, на стенку посмотрим на время, да, время у нас такое, да, и как будто, знаете, как монтаж, да. Раз, два, три. Ну и скажем, что все, прошло время. Вот, мы открываем нашу заветную крышечку на плове. И видим вот такое вот великолепие. Как в фильме в одном знаменитом «Синема, синема, синема, тебя мама без ума». Вытаскиваем наш чесночок, он развалился весь. Вид о том, что он готов. Вот. Ой, а какой запах! Вы даже себе не представляете, какой идет блаженный запах. Давайте возьму шумовочку обязательно, чтобы сейчас большую, чтобы вы поняли, насколько он рассыпчатый получился. Все это дело вот. Берем. Просто посмотрите. Вот это вот. Что я вам и говорил.
То есть вот мы возьмем сейчас. Вот. Все это дело. Его же надо перемешать как бы. Просто не простите, неудобно. Ну вот. Возьмем тарелочку, да? Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Тарелочка. Неудобно, конечно, делать это одной рукой. Вот так вот мы это сделаем. Так вот раз. Еще разочек. Да. Просто по-хорошему, конечно, да? Его нужно будет хорошо перемешать. Вот. Вот так вот выглядит наш плов. Вы видите, насколько он рассыпчатый, ресенький-кресенький, да? Вот. Просто не забудьте его тщательно перемешать. Вот на этом мы закончим, наверное, да? С вами приготовление плова от Михаила. Всем приятного аппетита. До свидания. До новых встреч.